Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд в одной из ставших знаменитыми статей 1914 года дает ей приемлемое и реалистичное объяснение позе Моисея. Его объяснения частично основывались на основных выводах критических исследований прошлого века. По гипотезе Фрейда, Микеланджело представил патриарха евреев в момент, когда он после получения скрижали завета понимает, что народ, ведомый им в землю обетованную, уже не верит в Слово Божие и предается поклонению золотому тельцу. В книге Исхода, 32 главе, рассказывается о том, что еврейский народ, потеряв терпение и веру, так как Моисей долго не возвращался с горы Синай, попросил Аарона, брата Моисея, сделать нового Бога, который действительно привел бы их к цели. Когда же Моисей наконец спускается с горы и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою, и взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах. Согласно мнению Фрейда, Микеланджело выбрал тот момент, когда Моисей, получив скрижали завета, осознает предательство своего народа и резко встает. Патриарх узнал о происшедшем случайно. Он еще поглаживает пальцами бороду, но инстинктивно, привлеченный необычным шумом, уже поворачивает голову влево. Да, это песни и пляски евреев и идолопоклонников, поклоняющихся новому божеству. Неожиданность ситуации заставила Моисея сначала нахмуриться. Потом, в приступе ярости, он резко поднимается. Действительно, многие отмечали, что Микеланджело в усих своего гиганта с отведенной назад левой ногой, готовой к рывку, чтобы крупными шагами направиться к лагерю евреев. Однако подобное резкое движение могло привести к выскальзыванию скрижалей завета, прислоненных к кубическому седалищу. Чтобы предотвратить их падение, Моисей прижимает их правой рукой. Критическая судьба Моисея менялась в разные периоды. В Азари восхищался им. Вряд ли появится что-либо подобной красоты в наше время. И тоже можно сказать об античных произведениях. Она стала образцом для подражания в 17 веке. В 16 веке к ней относились отрицательно, о чем свидетельствуют слова милиции, назвавшего ее инертной фигурой, головой сатира с гривой дикого кабана, и все в этом же духе. Поэтому Стендаль в истории живописи в Италии как бы вступает в полемику. Моисей оказал непомерное влияние на искусство. Несомненно, 19 век вернет ему многих поклонников, и он оказался прав.